Череповец занял достойное второе место. Причем критерии отбора – это доступность, информативность, содержание информационного сайта. Ну, я могу сказать, что популярность информационных интернет-ресурсов растет с каждым годом. Все большее количество череповчан пользуется этими доступными информационными источниками. И, на мой взгляд, это тоже очень хорошая практика. Мы не стоим на месте, развиваем эти ресурсы. Коллеги отметили, что при всех достижениях, которые у нас практически самый малобюджетный проект. То есть это говорит об эффективности использования ресурсов.